Добрый час, друзья! Как сделать индивидуальный рунический амулет или талисман? С вами Апраксина Лада, вы на моих каналах, а я в этот же самый момент на Волчьей реке в Пятиярве, это Ленинградская область, шикарное живописное место, где я люблю бывать часто. И приезжаю регулярно, тогда, когда есть возможность. Вы знаете, что я путешествую как travel-блогер и как мастер эзотерических практик. И провожу для вас выпуски, видео, трансляции, рассказываю о всевозможных практиках. И сегодня здесь, на речке Волчья река в Пятиярве, мы завершили такой большой ритуал для под заказ, по запросу. Длился он, ну, почти сутки, ну, с перерывами, конечно. И вот сейчас я посмотрела, что на выходе мы получаем после этого ритуала. Первая выпала руна Феху, а это всегда про достаток, прибыль, новые возможности, богатство, процветание. Выпал Дагас, а это всегда новый день, перемены, поворот, переворот событий. И выпала руна Перта, это про сакральность, про сакральные знания, таинственность и все, что связано с такой вот мистичностью. И, друзья, я решила вам сегодня рассказать очень простой способ, как можно сделать самостоятельно ритуал для себя. Для этого берется деревянная плашка или бумажная карточка. На обороте, на одной стороне, вы пишете свое имя. Чем пишете, решайте сами. А на другой стороне вы ставите одну или несколько рун, которые вам сейчас подходят по значению. Этот амулет станет временным. Его срок действия максимум месяц или год, точнее минимум месяц, максимум год. И вы такой амулет, если это на дереве, то вы либо выжигаете, либо вырезаете, либо даже просто маркером, перманентным маркером ставите на одной стороне ваше имя, на другой стороне руну одну или несколько. Если это бумажная карточка, то, соответственно, просто маркером. И когда вы начинаете наносить свое имя и руны, как выбрать, кстати, руны для себя, то, что у вас откликается, вы можете посмотреть в моих выпусках на YouTube-канале или можете написать мне в личные сообщения, найдите способ найти меня. Вокруг этого видео я оставлю ссылочки на все мои соцсети, на все проекты. И вы можете написать мне, я вам помогу подобрать те материалы, на основании которых вы выберете для себя руну, ну, либо подскажу, какая руна для вас. И затем, когда вы уже приготовились, вы вначале немного помедитируете, желательно сидя или стоя, не лежа. И затем, когда вы медитируете, вы представляете, ну, как бы реализацию вашей мечты. Затем наносите руны на одну сторону имя свое, на другую сторону, соответственно, одну или несколько рун. Конечно, нужно, если несколько рун, то наносить по одной. И название каждой руны произносить вслух. Например, это было бы так: Феху Дагас Перта. Или Феу Дагас Перт. В зависимости от того, какой традиции придерживается рунический мастер, названия рун могут интерпретироваться по-разному, хотя суть от этого не меняется. И когда вы произносите название каждой руны, то вы как бы почувствуете, какая сила проходит через вас, через эту руну. Как будто бы вы – это инструмент, который сотворяет этот амулет, и через вас проходит дух и суть, и смысл этой руны. А по окончании в полной мере осознайте силу такого знака, поймите сочетание этих рун и почувствуйте, какой вот новый такой поток возможностей открывается в вашу сторону. Посмотрите, насколько высоко, далеко, глубоко, широко. Как вообще сейчас откликается у вас внутри вот этот амулет?
Для того, чтобы усилить действие такого амулета, достаточно просто прорезать на нем или прочертить горизонтальные полосы. И затем, когда вы закончили, вы произносите «Руническая сила, да будет так! Руническая сила, да будет так! Руническая сила, да будет так!» И после того, как амулет создан, обязательно напишите какие-то ваши ощущения. Также не забудьте принести дары богам руническим. Это Один, Фрейя, Тор и так далее. И как это делается, кстати, я рассказываю тоже на моих YouTube-канале, на моем YouTube-канале, на других каналах. Вот. И даже вы можете взять у меня подарочный курс. У меня есть целый курс в подарок, который можете изучить и делать, соответственно, для себя не только амулеты, но и расклады, и не только для себя, и для других людей. Кстати, сейчас у нас уже стартовала группа, экспериментальная группа, где мы изучаем мантику биотаро, и в том числе руны, и таро, и ленорман, и оракулы, и метафорические карты, все системы, основные мантики мы изучаем на этой программе экспериментальной. При желании вы можете добавиться. В общем-то, на этом все, друзья. Очень надеюсь, что вам понравился выпуск и понравилась та красота, где я это видео для вас записываю. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши вопросы, подписывайтесь на канал, путешествуйте вместе со мной и улучшайте жизнь благодаря нашим практикам. Всем хорошего времени дня!